Сегодняшнюю нашу встречу я хочу посвятить личности достаточно яркой, весьма неординарной, которой достаточно много внимания было приковано в советский период в науке, но и периодически сейчас мы к ней возвращаемся. В одном из своих трудов, в первом томе визуальной психодиагностики, я посвятил этому человеку часть главы. Итак, наш герой сегодняшний – это Чезаре Ломброзо, или Цезаре Ломброзо, как его еще можно называть. Родился он в 1835 году в семье зажиточных евреев, богатых землевладельцев. Ломброзо с детства отличался достаточно большим интересом к литературе и к иностранным языкам. В качестве иностранных языков в первую очередь его привлекали семитские языки и китайский язык. А кроме этого, еще одной сферой его интересов была археология, изучение археологии. С юности Ломброзо обучался сразу в трех университетах, это Падуя, это Вена и Париж. Сложилось так, что в принципе в биографии Ломброзо был период, который наложил достаточно серьезный отпечаток на дальнейшую его судьбу и, как мне кажется, на некоторые его книги, в которых отчетливо заметна некоторая личностная деформация. Но к этому мы еще сегодня придем, имеется в виду к упоминанию этих книг. А пока в 19-летнем возрасте Ломброзо поступает на медицинский факультет университета в Павии и пишет первые статьи по психиатрии. Тематика, которой они посвящены, это кретинизм. Тема оказывается достаточно интересной для специалистов-медиков. И дальше происходят следующие важные достаточно в жизни Ломброзо изменения. А именно, в 1859 году Ломброзо становится военным хирургом. И в этот же период, в 1859 году, он оказывается вовлечен в политические волнения, в результате которых оказывается практически на год в тюремных условиях, в подозрении на покушение на власть. По счастью, это длится всего лишь год, но, как я сказал, это накладывает определенный отпечаток на его дальнейшую биографию. Удивительно другое, что уже... Да, в этот период Ломброзо 24 года, это такой важный момент. Удивительно другое, что в 1862 году, то есть буквально через полтора года после тюрьмы, Ломброзо защищает диссертацию и получает должность профессора Павийского университета, профессор кафедры психических болезней. А затем становится директором клиники душевных заболеваний, профессором кафедры юридической психиатрии и криминальной антропологии. В 1896 году Ломброзо уже получает кафедру психиатрии в Туринском университете, и решающее как бы значение для его воззрений играет философия позитивизма. В целом, когда мы говорим о Ломброзо, безусловно, это представитель антропологического направления в криминологии и в уголовном праве. В первую очередь, что во главу угла ставит в своих изучениях Ломброзо? Это наблюдение и опыт. Ну и, соответственно, он пытается понять личность преступника. Свои первые наблюдения Ломброзо начинает в тот самый период, когда он оказывается в тюрьме. Надо сказать, что в целом наблюдения эти весьма и весьма любопытны. Чуть позже, когда появятся его книги, среди них будет не только, на мой взгляд, достаточно интересный, хотя в наше время уже несколько устаревший труд «Человек преступный», это двухтомник, он был переведен неоднократно на русский язык. В свою бытность мы со студентами университета анализировали это издание, эту книжку. У Ломброзо есть очень странное произведение, которое называется «Женщина, преступница и проститутка», где он тоже пытается описать природу преступного человека или женщины-преступницы. То есть это тоже как бы несколько связано. Но все-таки первое – это опыт некоторого нахождение в условиях заключения самого Ломброзо,
во-первых. А во-вторых, это опыт, который Ломбразо получает, будучи военным хирургом. Ломбразо принимал участие в борьбе с бандитизмом в Южной Италии. И, собственно говоря, там он стал собирать материал, достаточно обширный материал, который в дальнейшем послужил основой для его теории человека преступного. Согласно Ломбразо, негативные экономические условия подталкивают человека к включению некоторых криминальных, что ли, моделей поведения. Но у некоторых людей они проявлены достаточно сильно в качестве некоторого атавизма, и тогда мы можем говорить в чистом виде о человеке преступном. То есть это аномальный тип людей, это такая антропологическая разновидность людей, которая в негативных экономических или политических условиях обязательно начинает выползать, начинает проявляться более ярко. Но, безусловно, в этом что-то есть, если вспомнить историю столетней давности, историю гибели Российской империи, Первой революции, Второй революции, Гражданской войны и так далее. Здесь мы отчетливо можем фиксировать то, что подобные типы действительно начинали достаточно хорошо себя чувствовать и в нашей стране. Ну, Ломбразо обращает внимание в первую очередь на антропометрические особенности, то есть таких людей надо замерять, измерять, описывать, исследовать для того, чтобы в некотором плане можно было их предугадывать, когда мы видим других людей. В принципе, это та самая прогностика, о которой мы сейчас говорим. Эта прогностика частично связана, допустим, с видеонаблюдением, когда нейросеть сама начинает распознавать некоторые тенденции в поведении у разных людей, которые фиксирует камера. Так вот, Ломбразо пишет в 1872 году такой труд, который называется «Антропометрия 400 нарушителей». Вот там он как раз пытается описать их характеристики, их особенности. Согласно Чезаре Ломбразо, преступление абсолютно естественно в поведении некоторых людей, так же, как рождение или смерть. И вот здесь он выдвигает тезис о человеке преступном, и как раз его двухтомник «Труд. Человек преступный», который выходит в свет в 1876 году, как раз посвящен этому. Кто такой преступник, согласно Ломбразо? Это дегенерат, который, в принципе, отстает в своем развитии от развития человечества. Проблема здесь что? Что это, в принципе, часть человечества. И в целом он зачем-то нужен. Но, вы знаете, вот здесь достаточно интересный вопрос. Когда мы начинаем несколько исследовать специфику поведения маньяков, серийных убийц, волей-неволей иногда начинаешь задумываться. В природе все целесообразно. Если эти люди появляются в обществе, то, следовательно, они имеют какую-то природную целесообразность, что весьма сомнительно. Допустим, для того, чтобы природа могла регулировать популяцию людей, ей вполне достаточно следующих особенностей. Во-первых, это эпидемия, это революция или войны, когда, собственно, человеческая популяция начинает достаточно активно себя сама контролировать. А вот в случае с серийными убийцами или маньяками это происходит в гораздо меньшей степени. Ну, сколько человек может убить серийный маньяк? Ну, в пределах 60-70, может быть, несколько больше. Если это теракты, естественно, здесь количество погибших людей может увеличиваться. Но в любом случае здесь надо понимать, что для природы это достаточно ничтожная цифра. Но в то же время, когда мы начинаем думать, почему для природы именно эти люди оказываются целесообразны, почему они появляются, почему такие люди рождаются, вот тут тоже приходишь к выводу, что, наверное, в чем-то для природы они целесообразны. Да? Возникает вопрос, в чем и насколько это понятно. То ли для того, чтобы, глядя на подобное, на последствия деяний таких людей, мы могли понимать, что есть нормы и что есть патология. Может быть, это, но я сомневаюсь, что для природы понимание социальных норм и патологии является основным.
Ну вот Ламброзо считал, что в принципе дегенерат, отставший от развития человечества, а именно человек преступный, абсолютно для природы целесообразен. И отсюда он делает вывод, что существует прирожденный преступник, которого мы можем определить по некоторым характеристикам. Но к этому мы еще чуть-чуть попозже вернемся. А Ламброзо пишет, на мой взгляд, гениальную работу с точки зрения того, что она остается современной по настоящее время. Это работа «Гениальность и помешательство». Она, естественно, есть в русском переводе, неоднократно переводилась на русский язык и читается достаточно интересно. Книжка эта первоначально выходит в свет в 1895 году, и именно в ней Ламброзо впервые говорит о том, что гениальность соответствует ненормальному развитию мозга, который, в принципе, граничит с определенными психопатиями. А Ламброзо делает следующий вывод, что гениальные люди похожи на патологических людей в некоторых характеристиках. Но здесь, допустим, у меня некоторая серия лекций посвящена биографиям и творчеству некоторых писателей. Так вот, когда мы анализируем биографии и творчество людей, которых мы считаем гениальными, и которые на самом деле таковыми являются, в то же время в биографиях их наличествует достаточно много довольно специфических характеристик, которые отнюдь нельзя назвать средней нормой. Но в то же время нужно сказать, что такое средняя норма. Здесь Ламброзо делает очень интересный вывод. Норма – это патология, а патология – это норма. Давайте переведу на русский язык. Нормальным является определенная особенность поведения, то, что делает человека индивидуальным, то, что делает человека собой. А патология является усреднение, когда большинство людей становятся похожи друг на друга в личностном развитии. Иными словами, современное общество потребления, в принципе, во многом усредняет людей. Может быть, именно поэтому в обществе появляется достаточно большое количество так называемых фриков. И фрик-культура становится не только явлением, которое мы можем фиксировать в поведении некоторых людей, это городские сумасшедшие, допустим, в условиях современного коронавируса, это те самые люди, которые начинают вместо масок на лицах одевать достаточно странные, аксессуары, начиная с чумных докторов, с клювов чумных докторов и заканчивая странными изображениями в виде нить, чебурашек и же с ними. Но по факту, кроме городских сумасшедших, можно сюда включить и следующие характеристики. Это фрики. Ну, кто такой фрик? Это странный человек, который выделяется в своем поведении. Это фрики первоначально на эстраде. Первым таким фриком, наверное, из советских персонажей, так сложилось, являлся Валерий Леонтьев, который еще в 80-е годы стал одевать несколько, странное одеяние на сцене. Безусловно, талантливый, яркий, очень интересный певец, исполнитель. А сюда же могла относиться на постсоветском пространстве или на позднем советском пространстве Жанна Агузарова и так далее. В настоящее время таких фриков можно пересчитывать десятками, по счастью, не сотнями. Но удивительное дело то, что фрик-культура у нас стала активно развиваться и в политике. И первоначальным представителем фриков были в 90-е годы такие политики, как Владимир Жириновский, который первоначально начинал вести себя как фрик. Была попытка стать фриком у Брынсалова, который, по счастью, потом все-таки избег этой участи, а Владимир Вольфович Жириновский по факту играл эту роль до определенного времени. То есть это тоже некоторая роль, которая была тогда, в 90-е годы, более-менее целесообразна. Кстати, здесь тоже очень интересный момент. В обществе к фрикам, в российском обществе к фрикам всегда относились достаточно положительно. Если внимательно посмотреть, первые фрики на Руси – это юродивые, которым позволялось все, и они считались представителями святых людей. А сюда же можно отнести во многом, кроме таких юродивых, и некоторой любовь русских к пьяным,
к которым всегда относятся весьма снисходительно, а люди в состоянии сильного опьянения могут вести себя несколько странно. Вот очень важно то, что в других культурах к этому могут относиться весьма и весьма негативно. В российской культуре традиционно к этому было отношение несколько снисходительное. Ну и так далее. Возвращаясь к фрикам, в настоящее время существуют политические фрики, существуют музыкальные фрики, существуют социальные течения, которые связаны с именно с явлениями фриков. Да? То есть это что такое фрик-культура? Это попытка борьбы с некоторым обществом усреднения. С другой стороны, это достаточно странная попытка, несколько подросткового плана, потому что, в принципе, она не несет в себе какого-то серьезного содержания. Она несет в себе, в первую очередь, попытку эпатажа, некоторого истероидного воздействия на социум для получения некоторых условных преференций, но не более того. Ну, возвращаясь к Чезаре Ломброзо. Ломброзо делает вывод такой, что довольно много гениев страдало помешательством. В частности, Ампер, Конт, Шуман, Тассо, Свифт, Ньютон, Руссо, Шопенгауэр, ну и так далее. Как бы, да, в данном случае можно, как бы, да, с одной стороны с ним согласиться, с другой стороны, может быть, сюда имело бы смысл Ницше включить также, и не только. Ломброзо практически не трогает русских деятелей культуры и искусства и науки, но с другой стороны у нас тоже таковые наличествовали очевидно. Взять того же самого Николая Васильевича Гоголя, допустим, да, человека настолько уникального, яркого и необычного, который в принципе в понятие нормы, слава богу, и не вписывался, но благодаря этому мы имеем достаточно удивительные, гениальные вещи, которые написал. Или творчество Федора Михайловича Достоевского. Один из французских исследователей в свое время как раз именно на примере Федора Михайловича сделал вывод, что в его роду обязательно были как преступники, так и святые люди. Только благодаря этому, неся в генетике подобный опыт, Федор Михайлович смог так хорошо прочувствовать и тех, и других. Ну, это одна из точек зрения, безусловно. Ломброзо приводит, но, признаться, книжку «Человек преступный» мы изучали с карандашом, и примеры весьма-весьма смешно сейчас смотрятся, но он приводил образцы литературных произведений помешанных, приводил примеры преступников-графоманов и, собственно, старался описать некоторые аномалии черепа, которые присутствуют у великих людей. Особое внимание Ломброзо уделял неудивительно. Как, почему? Политическим преступникам. Догадайтесь, с какой стати? Да именно потому, что первоначально, в достаточно юном возрасте, его, в 23 года, его посадили в тюрьму как раз как потенциального политического преступника. И, по счастью, в дальнейшем его оправдали. Но могло быть и несколько хуже. Хотя, как я уже сказал, очевидно, подобный опыт не мог не сказаться на его, в том числе и психики, потому что человек, который начинает заниматься проблематикой помешательства, навряд ли просто так начинает ей заниматься. Не бывает дыма без огня. На что обращает внимание Ломброзо здесь? Это политический вандализм, это политическая коррупция, это проблема обесценивания идеалов, это проблема социальной справедливости. Уже по поставленным вопросам здесь мы можем сделать вывод, что в целом, на самом деле, Ломброзо полностью политический вот этот свой запал не убрал из своего сознания. Он у него оставался, но Ломброзо перешел из лагеря тех, кто пытался что-то разрушать, в лагерь тех, кто пытался сохранять нормы и закон, и изучать тех людей, которые пытаются что-то разрушать. Как я уже говорил, очень странными произведениями Ломброзо являются две таких книги. Это «Любовь у помешанных». Книжка, с одной стороны, достаточно, я не могу назвать ее эпатажной и крайне интересной, но все-таки довольно любопытной, хотя, признаться, больше она, наверное, несколько графоманская, в переводе на русский язык, по крайней мере. И еще один труд «Женщина-преступница и проститутка», в которой Ломброзо начинает почему-то с самки богомола. Вот эта аналогия, самка богомола, которая после спаривания съедает голову самца, вызывает, ну, некоторое
удивление. Еще одна тема, которой Ломбразо довольно активно занимается, это психология обмана. И то, каким образом можно выявить обман. Собственно, можно в некотором плане утверждать, что Ломбразо был первым профайлером. Ну, профайлинг, профилирование, как бы, да, попытка распознать профиль человека, за которым мы наблюдаем. А с другой стороны, профайлер в том числе занимается вопросами диагностики лжи, лживого поведения и лживых сообщений. Вот Ломбразо утверждал, что может достаточно точно утверждать, когда его подопечные лгут. Он изобрел первый достаточно странные, казалось бы, но удивительные приборы, которые использовал при допросе преступников. Один из таких приборов назывался плетизмограф. Плетизмограф. Что это такое? Это устройство, которое фиксировало кровяное давление тогда, когда Ломбразо беседовал с подследственным. Вот очень простой момент. На самом деле мы знаем, да, что вроде бы лай-детектор, детектор лжи, полиграф и так далее – это 20 век. Нет. 1895 год. Ломбразо впервые начинает использовать плетисмограф при проведении бесед, диагностических бесед с подследственными. То есть мы можем в данном случае утверждать, что Ломбразо изобрел первый детектор лжи, пускай несколько примитивный. В дальнейшем был 1921 год, метод сопряженной моторики Александра Романовича Лурии, который за основу взял ассоциативный метод Карла Густава Юнга. Ассоциативный метод заключался в следующем. Врач пациенту задает, ну, дает некоторые стимулы, некоторые слова, которые внешне логически не связаны друг с другом. Задает он их с изменением темпа, начиная с медленного темпа, постепенно темп увеличивая в дистанции между стимулами, словами-стимулами, а потом снова уменьшая. То есть в данном случае амплитуда могла меняться. Задача пациента на каждый стимул дать ассоциативную реакцию. Все эти реакции записывались, и достаточно быстро можно было вычислить содержимое бессознательного пациента. Что сделал Александр Романович Лурия? Практически то же самое. За основу он взял как раз ассоциативный метод Карла Густава Юнга, но дополнил его кнопочкой, проводком, и, соответственно, проводок шел к самописцу. А что делал Александр Романович? В 1921 году при Московской губернской прокуратуре он получил особые полномочия при работе с подследственными. Он беседовал так же, как и Чезаре Ломбразо, за 26 лет до того, с подследственными. И задача подследственного была следующая. На каждый стимул, который Лурия давал, какое-то слово, последственный должен был дать свою ассоциацию, свое слово и одновременно с этим нажать на кнопку. В чем суть методики? Мозг, как правило, может обрабатывать только одну единицу информации за одно определенное время. Поэтому, когда дается определенный стимул, если этот стимул имеет какую-то серьезную значимость, серьезные характеристики для последственного, он либо быстро дает ассоциацию, но на кнопку нажимает замедлением, либо часто бывает обратная ситуация, когда он быстро нажимает на кнопку, но ассоциацию найти может весьма и весьма постепенно. Что-то подобное я наблюдал в современной передаче, которая больше 20 лет на наших экранах. Называется она «Сто к одному». Именно там дается определенный вопрос, на который нужно быстро дать ассоциативную какую-то реакцию и нажать на кнопку. И вот в ряде случаев люди нажимают на кнопку, а ассоциацию дают с некоторым замедлением. В принципе, это та самая история. Итак, опять возвращаюсь к Ломбразо. Ломбразо фиксировал при помощи вот такого первичного детектора лжи, что можно выявлять скрытую информацию. На самом деле, достаточно интересный опыт,
И о нем еще более подробно мы с вами поговорим несколько минут позже. Надо сказать, что в 1897 году Ломбразо приезжал в Россию и участвовал в съезде русских врачей. Кстати говоря, в России его встречали довольно восторженно, но в своих мемуарах, посвященных этому периоду жизни, Ломбразо, в принципе, достаточно негативно отзывался о политическом укладе России. Ну, некоторая речь в сторону, Ломбразо продолжал оставаться некоторым оппозиционером, да, что вызывало некоторые вопросы. Но, повторюсь, это оппозиционер интеллектуального плана, задача которого была больше изучать людей, которые могут расшатывать нормы общества, нормы социума. То есть в данном случае это та самая патология, которая встала на защиту нормы. Это очень интересная идея, которая в дальнейшем будет развита, допустим, таким, на мой взгляд, гениальным австро-венгерским психиатром Лепольдом Сонди, который как раз говорил, что у каждого человека есть предрасположенности к патологии, и задача врача отнюдь не клеймить этого человека диагнозом, но по возможности развивать в социально приемлемом направлении эти особенности для того, чтобы такой человек был полезен для общества. Вот Ломбразо как раз именно в этом русле и развивался. То есть он оказался весьма полезен для общества, для социума, несмотря на то, что, очевидно, были некоторые тенденции, некоторые особенности, которые явно подсказывали нам, что психика у него была несколько в нестабильном состоянии, и, возможно, этому как раз способствовал его опыт нахождения в заключении в молодом возрасте, в возрасте 24 лет. Безусловно, когда говорят о Ломбразо, вспоминает советский период, вспоминает то, что Ломбразо был достаточно радикальным и несколько, ну что ли, агрессивно настроенным к современной науке человеком. Это совсем не так. В данном случае, безусловно, вспоминалась именно одна из идей Ломбразо, которая была доведена до некоторого абсурда. У каждого человека есть предрасположенности к некоторой патологии, раз. Второе. Есть люди, которые изначально более предрасположены к совершению противоправных действий преступных. Это люди преступные, о них мы сейчас будем говорить. Так вот, этих людей, даже внешне мы можем достаточно быстро зафиксировать, и их надо изолировать от социума, потому что если даже сейчас они ничего не совершили, то в ближайшее время они могут совершить определенные противоправные деяния. Вот этот момент достаточно важен. На самом деле, повторюсь, он несколько доведен до абсурда, но согласно этому утверждению можно забыть о презумпции невиновности. Вот этот момент, конечно, несколько специфичен. Итак, умер Ломбразо в Турине в 1909 году. То есть прожил он достаточно насыщенную, интересную, яркую жизнь. И надо сказать, что, безусловно, периодическое возвращение к его трудам достаточно интересно. Да, еще одну работу, его работу, которую он успел написать перед своей смертью, называлась, вот здесь я прошу вас вспомнить начало сегодняшней лекции, а именно «Национальность Ломбразо». Ломбразо из еврейской зажиточной семьи. Последний год своей жизни он дописывает труд, который называется «Антисемитизм и современная наука». То есть вот в данном случае оказывается вот такое вот пересечение, такой вот уроборос, когда змея кусает собственный хвост. То есть проблема антисемитизма, которая, безусловно, в Европе присутствовала, была всегда, для Ломбразо оказывается тоже довольно важной. Ну что же, давайте теперь рассмотрим основные положения антропологической теории личности Чезаре Ломбразо. Согласно Ломбразо, существует следующая категория преступных людей, преступных личностей. Это первое – прирожденные преступники. Второе – это душевно больные преступники. Третье – это преступники по страсти. И четвертое – случайные преступники. Угу.
А вот теперь давайте с вами подумаем. Да, в русле современного коронавируса как можно назвать тех людей, которые могли иметь некоторые подозрения с точки зрения того, что они могли потенциально быть носителями этого вируса, но продолжали свои контакты с другими людьми, с большими группами людей. Это прирожденные, душевнобольные, преступники по страсти или случайные. Вот тут тоже вопрос, как мы таких людей можем классифицировать? Ну, ладно, на самом деле, повторюсь, это была одна из первых классификаций преступных личностей. Самое главное, согласно Ламбразо, существуют врожденные преступники, которые обладают выраженными анатомофизиологическими и психическими свойствами, которые как раз и предопределяют их предрасположенность к преступлениям. Здесь Ламбразо как раз говорил о том, что чаще всего этому типу соответствуют люди, склонные к эпилепсии. Вот такой момент, который довольно интересен, потому что в дальнейшем и у Крепелина, и у Ганушкина как раз будут описаны эти типы, которые как раз будут связаны с эпилептоидным поведением. Вот здесь тоже достаточно важный момент. Итак, признаки прирожденного преступника. Давайте их рассмотрим. Первое. Это безобразная или неправильная асимметричная форма черепа. Ну, довольно редко, я думаю, вам удавалось встречать подобных людей. Это асимметрия лица. Вот тоже вопрос несколько спорный, потому что, в принципе, симметричных лиц в природе не существует. Притупленная восприимчивость к боли. Вот это уже более интересно, более любопытная характеристика. У патологических личностей присутствуют следующие характеристики. Это сильно выраженный цинизм, отсутствие чувства вины, отсутствие склонности к раскаянию, к угрызению совести. Это агрессивность, мстительность, склонность к жестокости, к насилию, сильно выраженное тщеславие, склонность к экзальтации и демонстративным формам поведения. Еще одна характеристика. В целом, на канале у нас была отдельная встреча, посвященная татуировкам. И я всегда говорил, что в этом плане я ученик Ламбразо. Согласно Ламбразо, тенденция к выделительным признакам особого сообщества, а именно татуировки, татуировки в эпоху Ламбразо как раз говорили о принадлежности к преступному сообществу. И является этим признаком. У русских есть поговорка, назывался «груздем полезай в кузов». Вот, ну, есть еще одна поговорка, который я сегодня уже упоминал, «нет дыма без огня». Вот в данном случае опыт татуирования определенных частей лица или тела, они как раз могут прямо или косвенно также по Ламбразо указывать на принадлежность к криминальным кругам. А в наше время, когда татуировки стали частью некоторой субкультуры, и татуировки стали называть «синяя болезнь», хотя вообще-то это некоторое название существовало и раньше. В чем суть синей болезни? Если человек делает одну татуировку, ему хочется продолжать эту тему и делать себе новые и новые татуировки. То есть он начинает увлекаться. Так вот, в данном случае, конечно, это явление довольно любопытное, но здесь я прошу обратить внимание на то, что в нашем современном обществе, благодаря интернету, благодаря телевидению, благодаря тому, что многие средства массовой информации могут использовать в той или иной степени тезаурус криминальных групп. Существует даже радио, посвященное непосредственно песням, связанным с криминальными группами. Да? Вот это довольно интересно, потому что в переводе на французский язык это означает просто «песня». А вот у нас песня по-французски подразумевает под собой уже не просто песню. Так вот, в нашем современном обществе можно сказать, что большинство людей находится в предпреступном состоянии. Почему это так? Потому что по телевидению идут криминальные фильмы,
Тема криминала, тема преступности известна достаточно в новостях, достаточно известна в детективах и так далее. Но в первую очередь это касается именно телевидения. Потому что именно подобных фильмов мы сейчас на каждом канале можем встретить энное количество за один день. Вот подобное, может быть, и частично подталкивает людей к определенному татуированию себя. Что такое татуировка? Она несет в себе несколько дополнительных функций. Одна из них наиболее ярко, слава богу, она встречается редко, но все равно. Это попытка скрыться от людей под определенными изображениями на теле и на лице. То есть выделить себя, но выделить себя так, чтобы скрыть себя. Второе – это выделение себя с целью обозначения собственной принадлежности к определенной группе. И вот это вот более интересно. Ну и также сюда можно выделить некоторую принадлежность к фрик-культурам. Кстати говоря, фрик-культуры часто сейчас идут достаточно близко к криминальным субкультурам. Это тоже довольно интересно и странно. Ну, наблюдать это не столь интересно, но странно действительно, когда те же самые многолучевые звезды на плечах оказываются в качестве татуировок у фриков, а не у представителей криминальной субкультуры. То есть здесь мы говорим о некоторой социальной мимикрии. Но все равно. Вот Ламброзо говорил, что подобных людей, людей преступных, необходимо изолировать от общества, потому что в любом случае они могут совершить подобные преступления. Вот на что еще Ламброзо обращал внимание, когда говорил о человеке преступном? На некоторые фразы, которые использовались в его исторический период в качестве надписей для татуировок. Ну вот следующая фраза. «Маркиз без стеснения», женский вариант «Княгиня без церемоний» или еще «Ее более уже нет». Ну, в данном случае рядом с этой надписью наносилась татуировка в виде могильного камня. «Почет Деймлеру» – это известный палач XIX века. Еще одна татуировка «Долой страдания» или еще татуировка «Будущее меня пугает», «Я никого не боюсь», «Смерть жандармам». Ну, вспоминаем татуировки советской субкультуры, то же самое «Слон», «Смерть легавому от ножа» и так далее. То есть здесь тоже несколько похожее есть. Итак, Ламброзо считал, что люди бандитами не становятся, а рождаются ими, и у всех преступников с рождения наличествуют гены злодейства. И они во многом определяют весь будущий путь этого человека. И отсюда мы можем по определенной формуле выявить предрасположенность этого человека к подобному поведению. Откуда это идет? Ламброзо делает вывод, что, скорее всего, это некий атавизм, который ведет к первобытному человеку. То есть это проявление первобытного человека. В целом, конечно, в настоящее время данный подход несколько специфичен, но давайте посмотрим, как Ламброзо классифицировал и описывал вот этих преступных людей. Итак, он выделил 4 группы преступников. Это убийцы, воры, насильники и мошенники. Вот как выглядят убийцы. Первое. Это крупные глазные орбиты, выдающиеся вперед в четырехугольный подбородок. Кривизна головы. Черные курчавые волосы, редкая борода, зоб, короткие кисти рук. Но это как бы все, мягко сказать, мимо.
А вот дальше в свою бытность мне приходилось изучать психологию убийц, психологию маньяков, и я особое внимание уделял на некоторые особенности. Ну, безусловно, по фотографиям или по видеоматериалам, которые были в моем доступе, в моем распоряжении. В первую очередь, это взгляд. И вот здесь вот я могу согласиться с Чезарем Лабразо, потому что здесь несколько может совпадать. А именно холодный, неподвижный, стекловидный взгляд. Именно такой стеклянный взгляд несколько. Налитые кровью глаза. Ну, безусловно, это аффективный признак. Мочки ушей. Довольно интересно. Либо чрезмерно большие, либо очень маленькие мочки ушей. Еще один вариант – тонкие губы. Ну, повторюсь, это все-таки 19 век. Но, да, это первая попытка описать, классифицировать и описать определенные преступные типы. Второй тип – воры. У воров, как правило, присутствует долихоцефальный череп. Это удлиненная голова. Это довольно высокое умственное развитие. Как мы сказали, уровень интеллекта высокий. Прямой нос. Подвижные глаза и руки. А именно, что вор опасается встречаться с собеседником прямым взглядом, у него бегающие глаза. Но вот среди воров верхушка, как бы, да, элита их, это так называемые щипачи. Вот действительно, это те люди, которые могут с минимальным движением руки вытащить какой-то предмет у потенциальной жертвы. Следующая группа – насильники. Классификация несколько специфичная, но все-таки первая. У насильников, как правило, у мужчин, Лабразо описывает мужчин, нежное лицо, длинные губы и ресницы. Длинные губы, имеется в виду выраженные губы и длинные ресницы, сплющенный нос, глаза на выкате и, возможно, в прошлом наличествовал рахит. То есть это, как правило, рахитичная личность. Честно говоря, немножко мне это напоминает почему-то Йозефа Геббельса, но мне кажется, что он к этому особого отношения, наверное, не имел. Но в данном случае рахитичное прошлое явно присутствовало. А вот еще одна биография довольно любопытна, несколько подходит. Это биография Генриха Ягоды. Если мы возьмем его юношеские фотографии, а они сохранились благодаря царской охранке, когда его как раз фотографировали методом бертильонажа, и фотографии его сохранились. Вот там как раз он немножко почему-то под эту классификацию может и вписываться. И, наконец, последняя категория – это мошенники. У них, как правило, добродушная внешность, маленькие суровые глаза, лысая голова и кривой нос. Ну, почему-то тогда сразу вспоминаются какие-то актеры, которых мы видим чаще, чем подобных персонажей, которых называем мошенники. Но кто такой актер? Это человек, который играет определенную роль или может включиться в определенную роль, изобразив ее. Поэтому здесь в ряде случаев это может совпадать. А Лабразо особое внимание уделял, изучая преступников, как раз и на их почерке. И писал, что у убийц и грабителей почерк отличается удлиненными буквами, криволинейностью и определенностью черт в окончании букв. А у воров буквы расширенные, без особых очертаний и криволинейных окончаний. То есть здесь была попытка и описание почерка преступных типов. Но в целом, когда Лабразо описывает людей гениальных, он говорит, что у всех гениев, как правило, были некоторые странности. У всех гениев есть особый стиль, страстный, трепещущий, колоритный, отличающий их от других здоровых писателей и свойственных, может быть, именно потому, что он вырабатывается под воздействием психоза. Вот здесь мне вспоминаются строки одного из любимейших моих писателей, Аркадия Аверченко, который написал когда-то такое юмореску «Пособие по созданию журнала». И там была рекомендация обязательно включить рубрику «Странности великих людей».
Я объяснял это тем, что у всех великих людей обязательно были какие-нибудь странности. И даже если вы напишете, допустим, что маститый писатель не мог создавать очередной шедевр, пока не клал ноги в таз с горячей водой и не зажевывал солеными огурцами, если это будет неправда, все равно вы будете недалеки от истины. Почему? Потому что у всех гениальных людей обязательно были странности. Вот, в принципе, похоже, да? Ламбразо задается таким вопросом. Разве Сократ, гениальный мыслитель, предгадавший христианскую мораль и еврейский монотеизм, не был сумасшедшим, когда руководствовался в своих поступках голосом и указаниями своего воображаемого гения или даже простым чиханием? Почти все гении придавали большое значение своим сновидениям. Ну, тогда нам надо вспомнить и Боэция с его утешением философии, да, а суть этой книги сводится к тому, что главный герой заточен в яму и ожидает своей казни. И пока он в этой яме находится и видит небо только поднимая голову вверх, к нему периодически начинает приходить демон и беседует с ним на тему философского содержания. Вот этому посвящена книга «Утешение философии». Тогда, извините, и замечательный труд Йогана Готлиба Фихте «Назначение человека» туда же. Там же тоже присутствует демон, с которым Фихте общается. Но тогда сюда же мы должны включить и Карла Густава Юнга, который с детства также описывал, что с ним беседовал старец Филимон, который приходил к нему во снах. То есть в данном случае мы под помешанных или гениальных можем включить достаточно большую группу людей. Тут только возникает вопрос. Вот смотрите, есть люди гениальные, да, допустим, тот же самый Карл Густав Юнг. И, в принципе, его тема довольно далека от шизофрении. Да? А с другой стороны, если внимательно посмотреть, первый труд Карла Густава Юнга назывался «Деменция прекокс». А именно это мягкое слабоумие. В переводе на русский язык сейчас это шизофрения. Да? То есть молодой психиатр свою первую книгу посвятил как раз проблеме шизофрении. Да? Вот в данном случае оказывается, что эта тема в некотором смысле была ему близка, но он оставался в пределах нормы, пристально наблюдая за некоторыми особенностями и предрасположенностями некоторых своих пациентов. А на что еще обращает внимание Ламбразо? На то, что в достаточно яркой, а иногда и бурной жизни великих людей их поведение может быть сходно с поведением безумцев. И что общего между безумцами и гениальными людьми по Ламбразо – это усиленная чувствительность, некоторая экзальтация, которая может сменяться резкой апатией. Это бессознательность творчества. Это в ряде случаев сильная рассеянность. Здесь я не могу не вспомнить, Федор Михайлович Достоевский в своем втором последнем браке периодически не узнавал свою собственную супругу, забывал, как зовут ее родителей, да, и ее родителей не особо узнавал. То есть в данном случае это можно связать и с некоторой сильной рассеянностью. Неудивительно, что ее родители не очень любили Федора Михайловича Достоевского. Это может быть громадное тщеславие и так далее. И вот Ламбразо пишет такую формулу. Как между гениальными людьми встречаются помешанные, так и между сумасшедшими встречаются гении. Вот тут вот тоже довольно любопытно. Даже в русских сказках обязательно присутствует либо пьяница, либо некоторый юродивый, который может говорить какие-то очень мудрые слова, мудрые фразы. Даже в русской культуре особое отношение к юродивым. Сегодня я об этом говорил, когда упоминал о фрик-культуре. То есть в данном случае иногда в каком-то минимальном проявлении, казалось бы, несколько причудливо, мы можем видеть довольно много логики. И вот здесь Ламбразо, безусловно, описывает что-то подобное. Безусловно, когда мы говорим о Ламбразо, здесь присутствует некоторая архаика. Но прошу не забывать, что Чезаре Ламбразо покинул этот мир в 1909 году. То есть на самом деле прошло 100 лет, за которых мы смогли наблюдать очень многие достаточно трагичные события, трагичные для нашей цивилизации. Безусловно, наличествует архаика XIX века. Важнее здесь немножко другое. Попытка описать преступного человека, попытка его предугадать,
создание первого лай-детектора, детектора лжи, или, как сейчас его называют, полиграфа. Попытка диагностировать политического преступника, как он выглядит, а кому, как не Ломбразо, это видеть и изнутри, и со стороны. Ломбразо побывал и в шкуре политического преступника изнутри, просидев год в тюрьме, и наблюдая их со стороны в дальнейшем в качестве эксперта. Вот здесь, безусловно, труды Ломбразо, я бы не назвал его архаичными, они современны, они интересны. Безусловно, для саморазвития я бы очень рекомендовал вам прочитать его книжку «Гениальность и помешательство». И еще одну книжку, а правильно сказать, даже две, здесь две книжки имеет смысл упомянуть. Это «Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике», где он несколько вкратце описывает этого человека преступного, и «Психология доказательств в судебном процессе». Это книга 1905 года. Вот очень важно, что Ломбразо заострил внимание на подобных типах, постарался их классифицировать, за что, я думаю, наше общество должно ему быть благодарно.